А так бы я помешал, обнимались бы. Это не фотография, это видео. Это видео. Можете говорить. Нет, обличает-то ведь тех, кто только готов самое обличиться, а если нормальный это человек. Ты перепутал облачиться и обличить. Это встреча выпускников первого набора, первого курса, первого выпуска Иркутского технического, политехнического института, тогда он назывался. Вот сколько нас осталось. Ну, может быть, несколько человек не пришло. Я вот знаю, что Третьякова нету, Стегайла нету. Ну, не знаю. Ладно. Короче говоря, вот все мы за 40 лет. Что с нами стало на фоне города, дня города. Нет, вот смотри, значит, мы должны, то есть нас придумали опять, то есть весь прошлый год у нас была форма как бы этих самых программ, учебная программа, там со всех пакетов как бы, документов, фонды, оценочные встречи и так далее. То есть это вам, что-то вам интересно? Я не знаю, у меня есть... Ну скажи что-нибудь пару слов. Я очень рад видеть всех по прошествии стольких лет. Очень-очень рад. И хотелось бы лет через 20 тоже так собраться. Через, хоть бы через 10, слушай. Закрой, я с тобой хочу поговорить. Олег.